предала со всеми его интересами, со всеми чаяниями, со всеми надеждами. А народ почему-то поддержал вот ту верхушку предателей. Это единственный остался островок социализма на континенте Евразия. Меня гордость распирала, когда я видела, что и мы дарили, и помогали этой стране. Она выжила, окруженной санкциями. Она сумела сделать производство. У них нет безработных. У них нет желающих побыть бомжами. Все работают и производят продукцию и гордятся ей, что они сильны, независимы. Вот этот маленький, гордый народ сумел отстоять социализм. А мы не сумели. Поэтому слово «счастье» всегда ассоциируется с завоеванием социалистического общества. Сумеем ли мы с вами достучаться до сердец каждого человека и объяснить, что когда ты раб и ты голосуешь за своего работодателя, или как наемный рабочий, который пословица, мы наемные рабочие, нас наемывают и наемывают. Поэтому вот когда мы с вами вернем социализм, тогда мы будем счастливы. Сумеем, мы это обязаны сделать. И поэтому единственное, что Америка сделала, подарила нам праздник борьбы за свои права, борьба за солидарность всех трудящихся. Я верю, что все равно наша страна будет лучшей, сильной, независимой, гордой, мощной, и она будет сильна своим народом. А пока с праздником вас! От слова «мир, труд, май» остался только май. Но мы с вами должны сделать все, чтобы и мир был, и труд был. С праздником, дорогие трудящиеся! С праздником, дорогие люди! С праздником, пионеры, октябрята, комсомольцы, коммунисты, ветераны! Всех с праздником!